В Анапе судебные приставы приостановили деятельность магазина продовольственных товаров «Смак», расположенного в центре курорта. Так, сотрудники ведомства установили, что владелица торговой точки допускала грубые нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, в магазине продавец продавал продукты без санитарной одежды, маски и головного убора. Также не было и санитарной книжки. Плохо в магазине хранили целый ряд продовольственных товаров. Все эти нарушения стали причиной закрытия магазина на 10 суток.